Сегодня мы находимся на Банифест 2021, город Ногинск, и сейчас пройдусь, кратко сделаю обзор по банькам. Вот завод Добросталь у нас представлен в этом году. Главное, чтобы ту отдали, дай трубку. Я скажу какую. Которая в коробке. Чан мастер. Новые у них чаны. В этом году они привезли вот такой интересный самовар. В том году был Костя Банька на дровах с самоваром. В этом году по заказу Ефремова сделали вот такой интересный самовар. Сейчас он, кстати, есть в продаже, его тоже можно прикупить. Скандинавские бани и дома. Баня по-черному. Баня Мазанка у нас присутствует тоже. В этом году новый проект сделали. Сережа Ефремов привез три бани с разными печами. С баней Сударушка. Вот здесь стоит, здесь Гефест у нас стоит, и здесь Изистим печь стоит. Очень интересный в этом году был форум Грильд. Сегодня последний день, завтра открывается Банифест. Мы передвигаемся на площадку. Вот Мобиба, мобильная баня. Тепловый Сухов привезли свои печи, дымоходы. Стальмастер у нас присутствует со своими печами. И вот такое вот обливное устройство двойное присутствует. И новенькое тоже. Я подходил, спрашивал, тоже новенькое устройство. Повесят, мы потом придем, сделаем обзорчик. Поставили сцену. Спасибо. Black Bunny у нас присутствует на обзоре. И сейчас идет отборочный чемпионат. Я уже под вениками полежал. Вы ложитесь, и трое человек вас заходят, парят. Вы не знаете, кто вас парит. И потом вы даете оценку, кто лучше всего попарил. Я только вышел недавно, поучаствовал. Бочки.ру участвуют. Участвует вот такая Хоббит. Там стоит печь Денисова. Вчера я парился с ней. Баня на колесах присутствует. Есть печь Денисов, Смирнов Сергей, в полную. Викинг.
тоже у нас чемпион присутствует. И есть у нас еще Дом Гедра. Тоже в чемпионате участвует. Денис Лахов привез новую баню, обновленную Эпикурову. Печь и Березка приехали вообще со вторым этажом. Давай, давай. Второй этаж. Ну, покажите сразу. Я буду работать в Мобитрек. Мы сейчас с Артуром установили ее. Сегодня подключили воду, электрику. Это у нас Мобитрек. Мобильная баня. Тоже очень интересно выглядит. Сейчас я обзор доделаю. Бани Маслова. Подтянулись у нас мотолюбители. Вот такая у нас банька присутствует. И вот у нас присутствует Эпикурова баня. Сейчас идет установка подсветки. Это уже обновленная баня. В том году я работал в ней. Была печь 6 кВт ВВД. В этом году стоит новая печь. Полностью две печи стоит электро. Там полностью обновленные инженерные системы. Попадешь на YouTube. Я туда и стремлюсь. Это главный вдохновитель. Нет, вдохновитель Вахов. Я да, вот. Денис Вахов у нас присутствует в нашей камере. Все светится, все у нас в этом году мигает, полностью потолок обновили. Я потом сниму обзор, как буду парить в этой банке. Панель вот сейчас допаяли, все установили. В общем, интересный вариант получился. Вот такой вот у нас сегодня обзор. Еще раз напомню, это баня Фест 2020.